30 наград для 30 солдинцев-чернобыльцев, которые 30 лет назад выполнили свой долг перед Родиной. Такое совпадение можно назвать магией чисел, но в реальной жизни есть только факты. Они говорят о том, что сегодня в Верхней Салде живут всего 30 человек, которые не только своими глазами видели ужас и масштаб крупнейшей техногенной катастрофы, но и принимали участие в ликвидации ее последствий. На церемонии награждения прозвучали слова благодарности в адрес чернобыльцев, пожелания им здоровья и крепкого духа. Начальник отдела военного комиссариата Верхнесалдинского городского округа Владимир Олешкевич вручил памятные знаки участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС каждому салдинскому чернобыльцу. Глава Верхнесалдинского городского округа Алексей Забродин вручил также 15 юбилейных медалей. Приятно, что от нас кабачи не забывают. Пусть и о нас, и память нашим детям, внукам тоже будет хорошая. Даже по школам, где-то у нас учебных каких-то техникум, это просто рассказать людям, что есть такое. Они, кроме телевизора, ничего не видят. А когда кто-то расскажет, вот это что было, это, ну как сказать, трудно передать вот это все. Скупые мужские слезы неоднократно наворачивались на глазах у участников мероприятия. И эти слезы отнюдь не проявление слабости. Это память о событиях, которые наложили горький отпечаток на судьбы тысяч людей.